Друзья, всем привет! Поступает в продажу у нас Mercedes-Benz GLS 450 на 3-литровом бензине. Автомобиль у нас 24 года выпуска. Рестайлинг. Уже у нас задние фонари рестайлинг полный. Семиместный на 20-х колесах с доводчиками дверей. Задний ряд у нас электрический диван. Музыка бурмистер, отделка деревом, кожаные сиденья. Третий ряд также имеет свои розеточки, подстаканнички, панорамная крыша, розетки, климат-контроль. Все присутствует для заднего ряда. Спереди мертвые зоны в зеркалах, бурмистер, память сиденья, обогрев вентиляции переднего ряда, управление стеклоподъемниками. Пробег у автомобиля 45 километров, активный круиз-контроль, камера кругового обзора с 3D-видом уже нового образца. Также есть навигация, оффроуд пакет стоит на автомобиле, достаточно редкая опция на GLS. Также есть парковочный ассистент, всевозможные вспомогательные системы для парковки. Пневмоподвеска, беспроводная зарядка. Автомобиль в наличии в Москве, полностью готов к продаже. Сиденья имеют функцию кинетические, то есть это изменение положения водителя и пассажира в движении, чтобы не затекали ноги, не затекала спина. Очень удобная опция. Так что автомобиль в наличии в Москве, можете приезжать и потопать.